Всем привет! Друзья, пока есть время для отдыха, я решил поснимать для вас видеоролики в стиле лекций. Поэтому для сегодняшней темы, для пробной версии, я решил затронуть такую тему, как, в основном это тема для начинающих пчеловодов, это какой улей выбрать начинающему пчеловоду. Так что, если кому-то интересна эта тема, приглашаю к просмотру. Итак, современное пчеловодство отличается использованием пчелиных ульев самых разных конструкций. И неудивительно, что начинающие пчеловоды, они ломают себе голову над вопросом, какой же улей выбрать, какой же улей лучше. И окончательно определиться с выбором улья, в принципе, могут только уже опытные пчеловоды, которые уже освоили и приемы содержания пчел основные, и определились со своими потребностями, с возможностями, в принципе, с предпочтениями. С чего же начать поиск того самого улья? Вопрос о выборе улья, подходящего пчелиного улья, можно условно разделить, я думаю, на две части. Это какой улей лучше для пчел и какой улей выбрать начинающему пчеловоду. Обычно они, ответы не совпадают. Вот, например, смотрите, пчеловодам хорошо известно, что многокорпусные конструкции, они обеспечивают естественное, в принципе, развитие пчелосемей. И пчелы тысячелетиями, они жили в дуплах деревьев. Их дом был дом вертикальным. И, соответственно, при вертикальной установке дополнительных корпусов, жизнь в улье, в многокорпусном, приближается к естественным, в принципе, условиям обитания. Семьи здесь, они все сильные, в принципе, охотно участвуют в медосборе, если он есть, и приносят, в принципе, нормально много нектара. А вот для пчеловодов такая конструкция может подойти, в принципе, не всем. При наполнении нектаром вес корпуса, в принципе, составляет 30 и больше килограмм. А справиться с таким весом, по тем или иным причинам, в принципе, не под силу каждому. И тут придется прибегать или к посторонней помощи, либо пользоваться специализированным оборудованием, то есть подъемником. Но у начинающих пчеловодов не всегда есть помощник, единомышленники там дома, а в принципе подъемника, сборка подъемника или приобрести подъемник не у всех получается, там заводской вариант купить, потому что это стоит денег, а у начинающих не всегда они могут быть, тем более что может пасека быть дело там выходного дня или просто хобби, поэтому нужно определиться, какие бывают ульи для пчел. И только после ознакомления с такой информацией, то есть делать какие-нибудь выводы. Так что, друзья, давайте рассмотрим основные или, наверное, самые распространенные системы ульев. Это ульи многокорпусные, ульи Ланстрота Рута, их еще называют многокорпусные. Это ульи Дадана Блата. Это улей-лежак. В принципе, еще, правда, в данный момент неплохо себе зарекомендовали улей на 145-ю рамку. Или еще там говорят на улей на полурамку. Это улей Фарара. Давайте для начала рассмотрим многокорпусные улей, улей Ланстрота Рута. На настоящий момент это самый распространенный вид ульев, в принципе, на планете. Он состоит из нескольких корпусов, 3-4 до 6. В корпусах находятся рамки по 10 рамок, и размер этих рамок 435 на 230 мм. Этот улей применяется, можно смело сказать, практически на всех промышленных пасеках мира. Работа с этим ульем имеет свои, конечно, особенности и, в принципе, заключается в манипуляции, в рокировке корпусами. То есть не рамками, а корпусами. Что уменьшает, в принципе, потребность в рабочей силе и в количестве времени, потраченного на осмотр самой семьи. Затраты труда, в принципе, заметно. На каждую семью заметно меньше. Это может и не идеально для самой семьи пчелиной, зато экономично выгодно для пчеловодческого хозяйства.
Итак, многокорпусные ульи – это не только жилище, которое отвечает в природе пчел. Это средство еще, ну, он позволяет управлять ростом и развитием пчелиной семьи. То есть это орудие высокопроизводительного труда пчеловода. О самих методах содержания пчел в многокорпусных ульях можно, конечно, почитать в книгах, нужно даже. Например, книга Родионова Шабаршова «Многокорпусные ульи и методы пчеловождения». Купить эту книжку, кстати, можно у Татьяны, контакты я оставлю в комментариях под видео. Ну и теперь немножко интересных фактов о многокорпусной улье. Согласно отечественной традиции, авторство первого рамочного улья приписывают Прокоповичу, Петру Прокоповичу. Еще двое известных пчеловодов, они тоже претендуют на первенство. И среди них это Ян Джержан и Август фон Берлепш. Прокопович, конечно же, предложил свой инновационный подход в устройстве пчелиных ульев еще в 1814 году. Однако патент на аналогическое изобретение спустя почти 40 лет получил именно Ланстрот. И в итоге его конструкция стала самой популярной и распространенной в мире. Кстати, друзья, кто пользуется многокорпусными ульями, пишите в комментариях, почему ваш выбор пал именно на этот вид улья, на эту систему. Так, теперь давайте рассмотрим ульи Дадонаблата. Ульи Дадонаблата. Они нашли широкое применение как в Европе, так и в других странах постсоветского пространства. Ульи Дадонаблата, он скорее больше подходит к начинающему пчеловоду, чем, например, ульи Ланстрота Рута, то есть многокорпусные. В чем же, в принципе, их принципиальное отличие? Главное их отличие – это, в принципе, действие. То есть, в отличие от системы содержания пчел в ульях Рута, система содержания пчел в ульях Дадона отличается как строением самого улья, так и способом изъятия меда из улья. Улей Дадонаблата состоит из корпуса с 12 рамками 435 на 300 и магазинами с полурамками 435 на 145. Чем этот улей хорош? Корпуса на 12 рамок вполне хватает для полноценной работы матки, и поэтому гнездо семьи, в принципе, находится в одном корпусе, а сверху стоят уже магазины, относительно которые они не тяжелые медовые надставки. Однако корпуса хватает даже для сильной семьи, имеется простой доступ ко всем рамкам, с ними просто иметь дело. Отпадает необходимость передвижения вот этих больших громоздких корпусов, тяжелых. Если на пасеке установленный, в принципе, однокорпусный улей, то вообще легко. В одном месте, а не в нескольких, концентрируется обилие меда, что, в принципе, упрощает его отбор. Имеются ли недостатки? Да, конечно же, они имеются. В принципе, у всех ульев есть свои как и плюсы, так и, в принципе, минусы. Первое – это устаревшая система. Хотя тут, скорее всего, нужно говорить не о самих конструкциях, а не о системе, так как, в принципе, последняя устареть не может. Улья действительно все время они совершенствуются, это, в принципе, все ульи, они меняются, делаются более практичными для использования пчеловодом, в принципе, и самими пчелами. Ну и давайте немного интересных фактов о улье Дадонаблата. Первый улик Дадона с вертикальным типом, вернее, был, улик Дадона с вертикальным типом расположения семьи создал француз Шарль Дадон. Именно от него и пошло название такого вида улья. Будучи профессиональным пчеловодом и любителем, в принципе, он решил усовершенствовать восьмирамочный улик, который использовал сам на собственной пасеке, взяв вместо 8 имеющихся 12 рамок квимби. Это
10500 ячеек. И чтобы повысить продуктивность самой матки, система подействовала, и улики додановского типа, они начали, в принципе, люди начали использовать, в принципе, повсеместно. Но систему додана до ума довел уже совсем другой человек, это Блад. Он швейцарец по происхождению. Но он считал, что вот эта данная конструкция, она подходит только для теплых, для южных регионов, и типа европейские морозы ей не выдержать. Поэтому он изменил сам корпус и уменьшил его ширину. В результате появился стандартный размер рамки в 435 мм. Ранее использовали 470 мм. Система впоследствии начала именоваться именно Додан Блата, но в народе ее сокращают до Додана. Ну и, друзья, хотелось бы увидеть ваше мнение, почему вы работаете именно с этим улем, то есть с этой системой. Так что пишите в комментарии, я думаю, будет интересно многим посмотреть, почитать. Теперь улей лежак. Улей-лежаки, они отличаются от двухкорпусных ульев. Улей в Додана Блата, улей в Лансрота Рута, многокорпусные. Тем, что они состоят из одного, но большого по размеру корпуса, рассчитан на 16 и более рамок, там до 24 и даже больше. Содержание пчел в ульях лежаках иногда более эффективно и удобно, чем в ульях других типов, так как не нужно постоянно перестанавливать тяжелые вот эти корпуса додановские. И к тому же при постановке и перестановке корпусов, особенно в весенний период, всегда есть риск переохлаждения гнезда. Ну а также при разборе гнезда в улье-лежаке погибает намного меньше пчел, чем при смене корпусами. Другим плюсом лежака именно является то, что в нем могут находиться сразу там две пчелиные семьи через перегородку. Или одна пчелиная семья и одна там, и две небольшие семьи там с матками, которые, с матками-помощницами. В лежаке значительно проще применять маток-помощниц, отделить отводок или сделать нуклеус для спаривания матки. Не требуется дополнительных ульев там для зимовки запасных маток. То есть плюсов много. Еще одним, в принципе, плюсом лежака является то, что благодаря глухим перегородкам там можно создать отделение для разного количества пчелиных рамок. Также неплох этот улей для матковыводного, в принципе, пакетного пчеловодства. Недостатки. Недостатки – это его громоздкость, это парамочная работа, что, в принципе, для большой пасеки не есть хорошо. Но для тех людей, которые любят тут понаблюдать за пчелами, там, поперебирать рамки, то это самое то. Интересный факт о лежаке. Прототипом стояков, вертикалок, в природе являются пустые стволы. Мы уже об этом знаем. То есть это стволы деревьев, это дупла. А лежаки произошли именно от разбросанных на земле колод. Однако именно вертикальное вот это расположение пчелы предпочитает больше, чем нахождение в лежаках. Так что пчелам больше удобно в вертикальном положении. А почему, кстати, друзья, вы, если есть такие, кто держит пчел в лежаках, именно в этих ульях, их содержите? Пишите в комментариях, будет реально интересно посмотреть, чего больше. Давайте, наверное, все-таки 145-ю рамку улей на 145-ю рамку затрону. Тот же многокорпусный улей, но на 145-ю рамку. Преимущество ульев — это малый вес, это компактность, это устойчивость в жаркой погоде к механическим деформациям. В принципе, это часть только плюсов данного пчелиного улья. В принципе, также можно отметить облегченную работу с корпусами, очень удобно манипулировать. Гнезда увеличиваются тоже не рамками, а корпусами, надставками, что значительно экономит время пчеловода. Весной можно производить работы с пчелами
принципе, без опасений, не бояться, что переохлаждение будет. Можно переставлять корпуса чаще, обеспечивать пчелам, в принципе, лучшие условия для восстановления после зимовки, там, развития. В ульях такой конфигурации соты с медом заполняются очень быстро, очень как бы объемно, быстрее. Вот в этом, конечно, лучше, чтобы матка червит, в принципе, от бруска до бруска, яйцекладка высокая, и, в принципе, над расплодными сотами не появляется медовой прослойки, то есть все засевает матка. К тому же пчеловодам нравится удобство самой распечатки сот от магазинных рамок во время откачки. Вероятность поломки сота на 145-ю рамку, в принципе, в медогонке не очень, минимальная, очень удобно. И при необходимости, в принципе, пчелы очень быстро покидают корпуса, потому что они маленькие. И даже при минимальной обработке там дымарем, пшика, можно легко согнать пчел и осмотреть улей там, или отобрать мед. Недостатки. Какие же есть недостатки? Кроме имеющихся преимуществ, данный улей имеет, конечно же, и недостатки. В первую очередь, это количество как самих рамок, в принципе, множество корпусов. Улей для содержания пчел, который имеет в своем оснащении рамку 145, то есть он более используется более интенсивно, более активно в пчеловождении, так что идет износ. Это обусловлено тем, что выкачка из одного корпуса способна дать около 20 килограмм меда, и надо как бы больше работать. Помимо этого, подобный улей неудобен для, в принципе, переезда, очень высокий и не очень удобно их перевозить. Ну и ключевой момент выбора. На вопрос, какой именно улей выбрать, в принципе, не получится однозначно. Ответить однозначно не получится. Многое здесь зависит от физических возможностей самих пчеловодов, от присутствия на пасеке. Кто-то наведывается там на пасеку на выходных только, кто-то там живет сразу именно на пасеке с тачком. И зависит от особенностей медосбора в той или иной местности, то есть его продолжительность, его силы медосбора. От выбранной породы пчел тоже зависит. Это, в принципе, от самого пчеловода, то тоже от его опыта, к чему лежит душа, какое направление пасеки он видит. То ли это пакетное пчеловодство, то ли медовое, то ли направление, то ли это матководство. Так что, друзья, выбор улья для начинающего пчеловода – это индивидуальный выбор. И лично я, наверное, бы рекомендовал вертикальные ульи, так сказать, стояки. А из стояков самый простой в эксплуатации – это додановский улей. Новичку легче с ним будет освоиться, так как можно использовать всего там один корпус и две магазинные надставки. Полурамки с медом относительно они не тяжелые. То, в принципе, и осмотр небольшого гнезда будет проще, и справиться без помощника, без напарника можно. Ну и, друзья, начинающие пчеловоды, не забывайте, что прежде чем начать заниматься пчеловодством, пчелами, необходимо прочитать все-таки хоть какую-то пчеловодческую литературу, познать малейшие азы, узнать биологию пчелиной семьи, это нужно. Ну и, конечно же, немножко знать, как содержать пчел, потому что пчелы – это живое существо, и, в принципе, над которым не стоит издеваться. В принципе, наверное, вроде бы и все. Так что желаю вам правильного выбора. Ах да, друзья, пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели видеть последующие ролики из цикла лекций. Мы будем снимать специально для вас. Следующий ролик выйдет буквально через день. Я посвятил вопросу фальцевый или бесфальцевый улей. Так что подписывайтесь, кто не подписался на канал, кто еще этого не сделал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и будьте с нами. Все, теперь все, с вами был Иван Фабро, до новых встреч!